В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» был впервые продемонстрирован российский комплекс управляемого вооружения «Гермес», который разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения». Отмечается, что данное вооружение одинаково эффективно в любое время суток и позволяет уничтожать различную бронетехнику, в том числе основные боевые танки, укрепления, морские и воздушные цели. Дальность стрельбы «Гермеса» составляет 100 километров. Максимальная скорость полета ракеты составляет 1300 метров в секунду. Элементы комплекса «Гермес» устанавливаются на трехосные автомобили «КамАЗ» повышенной проходимости и обладают повышенной мобильностью. Также возможен монтаж на другие образцы боевой техники, в том числе плавающие и авиационные платформы.